Наибольшее количество поднятия ног в стойке на голове среди детей. Точная формулировка достижения Доминики Пантелеевой. Ей 9 лет, больше чем полжизни занимается акробатикой. Придя маленькой девочкой в большой спорт, не думала, что побьет мировой рекорд. Я была очень рада, я не ожидала, что я столько сделаю. Мне очень нравится заниматься, я иду на тренировку с удовольствием. До этого максимальный результат принадлежал 12-летней россиянке. Спортсменка сделала 50 повторений. К высокому результату признается мама и по совместительству тренер. Привели кропотливый труд и тренировка 5 раз в неделю. Цифру 75 выбрали не случайно. Если получится, и ты чувствуешь в себе силы, сделай 75. Мы посвятим этот рекорд 75-летию Великой Победы. И ну, следующий праздник будет День города, и я думаю, что соединим такие обе красивые даты. Рекорд, он должен быть тематически интересный, в подарок действительно и городу, и стране. Действительно, так и получилось. В день рождения Бобруйска Доминики вручили сертификат, присвоили звание мировой рекордсменки. Одна она такая. В Беларуси больше нет столь юных титулованных атлетов. За моей спиной Доминика выполняет свой рекорд, зафиксированный судейской коллегией. Юная спортсменка поднимает ноги ровно 75 раз. Упражнения выполняет успешно. Акробатка растет в династии спортсменов. Мама – профессиональная гимнастка, дед – заслуженный тренер страны. Это салют Доминике и другие победы, стремление к соревнованиям в крови. А пока она мечтает попасть к Максиму Галкину на передачу «Лучше всех». Приглашение уже получили. Мария Бушкевич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск 360.